Значит, уже раз взялся, значит, расскажу про вот этот тиристорный регулятор. Он не тиристорный, семисторный. Семисторный, извиняюсь. Значит, вот розетка, вот вилка подключенная сюда. Включаем. Пошел работать фен. Вот он работает. В принципе, смотрим по звуку. Слушаем. Уменьшаю. Вентилятор еле вращается. Вот его видно. Вот увеличиваю, пошел разгон. Пошел обогрев. Максимум. Середина. Минимум. Значит, выключаем. К чему я это вообще все делал? Классная штука, регулирует, значит, до 3 кВт нагрузку. То есть фен в 1,6 для нее смех. Он не греется вообще. Штука классная. Ссылку, значит, я для него размещу под видео. Кому интересно, берите. Но есть один нюанс. Для чего я вообще все эти опыты делаю? Попробовал я этот семисторный регулятор подключить к инвертору к моему. И вот он начал гудеть. И нагрузка стала гудеть в виде чайника. То есть я хотел с помощью семисторного регулятора регулировать температуру нагрева чайника. Чайник подключал я даже дома. У меня отсекло пробки. Вот как бы, кто вообще высказывает идеи, в чем дело? А на инвертор я вообще его боюсь садить, чтобы его просто не угробить. Как-то так. Ну, значит, берем, проводим опыт. Значит, подключенные здесь мной батарейки, как я и говорил. Да? Для того, чтобы синус нормально видеть. Вот. Прямая. Вилочка. Теперь я подключил, значит, вот этот тиристорный регулятор. Сейчас мы посмотрим, как он отсекает. Значит, пультоскоп подключен параллельно нагрузке, потому что регулятор тиристорный без нагрузки он не работает тупо вообще. То есть, ну, значит, он просто параллельно подключен пультоскоп. Значит, смотрим сейчас на сигнал. Вот. Этот я уже включил. Значит, фен. Фен у меня как нагрузка. Включаем. Значит, видим вот такой сигнал. Слышим, как работает фен. Значит, я сейчас буду крутить немножко. Стоп, секундочку. Подтяну его поближе, чтобы он в камеру попал. И буду крутить на нем рукоятку. Значит, включаю розетку. Слышите звук работающего фена? Вот он гудит. Работает он медленно. Сигнал, смотрим, оборван. Теперь я увеличиваю мощность. Смотрите на сигнал. Он постепенно превращается в синусоиду. Ну, соответственно, фен начинает работать почти на максимум. Вот чистый синус максимум. Фен работает на все 100. Вот, что мы видим? 50 Гц, чистый синус. Начинаем тиристорный регулятор крутить. Смотрим, что он делает. За счет чего он уменьшает наше напряжение и, соответственно, мощность. Пропускаем мы через себя. Вот минимум. Вот самый край вообще обрывки. Еще раз делаю плавно, увеличиваем.